Здравствуйте, Александр. Меня зовут Надежда, компания Maxi Markets. Разрешите задать вам несколько вопросов? Да, пожалуйста, будем. Расскажите, давно ли вы работаете на Форексе? Нет, буквально с начала этого месяца, 4 февраля. Александр, расскажите, а какую из услуг компании вы считаете наиболее полезной? Какая из услуг? Ну, как минимум, в первую очередь, для меня, как для нового трейдера, это минимальная страховка. Есть шанс на то, что сегодня можно попытаться, будучи с маленьким капиталом, начать и подстраховать себя. Ну и, безусловно, аналитический центр, который постоянно держит в контакте и помогает по тем или иным вопросам, где возникают проблемы с актуальным анализом. А как вам помогает ваш личный консультант, ваш личный менеджер, как вы оцениваете его работу? Оцениваю достаточно положительно. Вижу, что пробивает по некоторым моментам так вдаль, что просто я пока не все понимаю, поэтому некоторые вещи пытаюсь у него переспросить, но грамотно аналитикой занимается. А насколько вам помогает аналитика и прогнозы, которые вы читаете и смотрите? Пока я только присматриваюсь к этому, потому что на сегодняшний день, учитывая, что я в этой сфере человек новый, мне пока сложно сказать, насколько это мне может помочь. Ну, я думаю, что, безусловно, это дает вам какое-то направление. Конечно, безусловно, дает. Я же вижу, я, исходя из того, как вы вещаете, что вы говорите, я захожу, вижу, сделки не совершаю, но аналитику наблюдаю, что у нас получается, что вниз идет, где что пробивается. То есть оно помогает, но пока мне на уровне информативном. А как вы считаете, может ли Форекс стать основным заработком? Если правильно подходить и грамотно к этому вопросу, то я полагаю, что да. Александр, а что бы вы посоветовали начинающим трейдерам? Что бы я посоветовал? Холодный ум и железные нервы. Спасибо вам большое за уделенное время. Ну и, конечно же, мы желаем вам удачи и успехов. Спасибо и вам. Всего доброго и вам удачи. Приятно было поговорить.